Привет, зритель! Сейчас тебя ждут парфюмы на лето. Я решила в этот раз не заморачиваться на каждый месяц, чтобы не быть привязанной к последним дням каждого месяца и спокойно ездить в деревню тогда, когда мне хочется, либо торчать там. И выбрала те парфюмы, которые я, возможно, или скорее всего, буду использовать летом. Легкие такие в основе. Я хотела еще взять Avon Summer White, но что-то он мне внезапно не пошел. Тот, который совсем голубенький. Это у нас вербена, кеньская вода от Yves Rocher. Кто-то из вас, возможно, мне дарил, потому что, помню, у меня такая была, но потом она закончилась. Мне она пахнет ближе к дюшесу и немножко напоминает зеленый чай от Yves Rocher. Кстати, зеленый чай у меня тут тоже есть. Не помню, возможно, мой, возможно, кто-то из вас дарил. Потому что раньше у меня много такого чая было, пока я еще Yves Rocher покупала. Так, это тоже кеньская вода. Ну и, насколько мне известно, по-моему, оба аромата давно сняты с производства Yves Rocher. В такой же серии еще какой-то ароматик, помню, был. Но вот у меня только вербена и зеленый чай. Зеленый чай более стойкий и более такой сильный аромат, допустим, ну, по сравнению, допустим, с зеленым чаем от Элизабет Арден, как я узнала благодаря группе ВКонтакте, посвященной сайту Recommend, он тоже теперь снят, с Элизабет Арден Green Tea. Этот менее стойкий, он просто туалетная вода, хотя вообще он не туалетная вода, вот и парфюм. Наверное, парфюмерная, это парфюмерная вода, но он не очень стойкий, допустим, по сравнению вот с этим. Очень хорошо мне, вот всегда он подходил на теплое время года, на лето, и я им пользовалась, тут 100 мл, и вот они еще до сих пор живы, не знаю, у меня уже, наверное, лет 8 со мной, может меньше, ну, лет 6-то точно. Короче, он... Я его летом использовала, иногда вот прихожу домой, после душ потом, значит, все равно жарко, я его использовала на себя, вот прям вместо спрея для тела иногда. Очень классный, потом я его в мае использовала, в апреле очень он мне нравился, внезапно даже, ну, у нас и теплая весна довольно такая. И, в общем, я его буду использовать летом, не знаю, может быть, в отпускных паночках, может, нет. Такой тонкий весенне-летний аромат. И дальше. У меня внезапно обнаружилась, я про нее совсем забыла, думала, она уже давно закончилась. Это когда-то и в Фраше покупала моноаромат, серия «Утро в саду роза», цветок розы. Но эта серия давно уже тоже снята в Фраше, этот цветок розы. Тут реально такой моноаромат розы. И оно напоминает, вот, знаете, черный чай с розой или пуэр с розой. Вот примерно что-то такое. Классный, хороший, тонкий ароматик, как раз вот на самое то на лето. У нас, конечно, еще не совсем лето, у нас еще несколько дней мая. Я планировала ехать 26-го, 28-го, крайний срок 30 мая, но у меня пока не получается по некоторым причинам. Но у нас довольно-таки уже тепло, прям такое конкретное лето. И вот этот аромат, который я использовала практически все время в мае, большую часть его использовала, это Avon Summer White Riot, по-моему, подарок от подписчицы Лёлечки. Очень классный. Он пахнет для меня как-то обалденно между ананасом и чем-то таким, ананасом-кокосом или ананасом и чем-то экзотическим, таким сладким. И самое интересное, на коже он очень долго остается, там больше суток, даже несмотря на принятие душа. На одежде он тоже довольно долго остается, очень сойкий аромат. Он мне напоминает на следующее утро ощущением на коже или на одежде смесь некой какой-то сладости и табака. Очень странное такое сочетание. Ну, как бы вкусный, приятный, но вот он меняет как-то свой аромат на мне и на одежде спустя сутки. Вот на табак плюс ананас. Очень классный, и вот, ну, видно, я его прилично так использовала. Возможно, он у меня будет в пустых баночках, вот потому что я им пользовалась практически каждый день, но кроме того дня, когда ездила в деревню с родственниками, потому что, как бы, пчелы, сами понимаете, лишний аромат, кусь-кусь. В общем, вот такой вот парфюмчик. Вот столько у меня всего лишь на лето, несмотря на то, что 3 месяца летом.
И у меня всего лишь 5 парфюмов. Но я посмотрела и поняла, что вот именно этими я, скорее всего, буду пользоваться. Плюс я регулярно, практически каждое лето, кенийской водой, либо это, либо той, либо и той, и другой, ну, конечно, не одновременно, пользуюсь регулярно летом. Поэтому, ну, и также зеленый чай от Элизабет Арден, они у меня каждое лето практически были, поэтому я решила, что вот эти ароматики у меня будут. Если вы пользуетесь чем-то другим, планируете летом пользоваться либо таким же, ну, поделитесь со мной в комментариях, я постараюсь вам ответить, либо как минимум поставлю сердечко. Если хотите поддержать канал, где-то будет облачко. И забегая вперед, скажу, что насчет моего ухода я решила делать точно так же. Я думаю, в принципе, это было понятно еще из начала видео. Будет просто отдельное, наверное, большое видео, мой уход на все 3 месяца лета. Ну и как бы это. Всем спасибо за просмотр и пока!